Наш человек в Голливуде Тимур Бекмамбетов, открыв миру новый жанр десктоп-фильмов, теперь намерен поделиться опытом с молодыми коллегами. 7 марта в городе Остин, где-то в Техасе, Тимур проведет открытый семинар, где у юных режиссеров будет возможность попробовать себя в этом жанре. Причем для тех, кто на семинаре по тем или иным причинам присутствовать не сможет, будет проводиться прямая трансляция сего действа. Напомним, что в прошлом году на мировые экраны был выпущен первый десктоп-фильм под названием «Убрать из друзей», собравший в прокате свыше 60 миллионов долларов. В данный момент готовится к выходу еще два фильма, сюжет которых будет разворачиваться на экране монитора. Судя по всему, Бекмамбетов не прочь развить подобный альтернативный жанр, поэтому и привлекает к нему новые силы. Что из этого выйдет, как говорится, покажет время.